Медок не любит холодок. В пятницу в Иваное начала работу ежегодная ярмарка меда. У одного из торговых центров появились десятки павильонов с янтарной сладостью. Пчеловоды есть во многих муниципалитетах. В целом у нас в области как крестьянско-фермерских хозяйств пчеловодов не очень много. У нас сейчас на выставке участвует 10 пчеловодов, свою продукцию представили. Но фермеров мы поддерживаем, фермеры могут участвовать в целом в нескольких направлениях. Это и агростартапы, и начинающие фермеры, и, соответственно, могут получить гранты на развитие своих хозяйств. Кроме этого, мы поддерживаем организацию вот таких мероприятий, куда приглашаем не только на медовый спас пчеловодов, но и на все наши мероприятия в течение года. Ярмарка традиционно проходит в Иванове перед медовым спасом, но на этот раз пчелиное лакомство в дефиците. Холодное лето негативно повлияло на урожайность, а когда меда меньше, обычно растут цены. Весной мед взяли с ивовых садов, одуванчика, даже откачивали мы майский мед хорошо в этом году. И потом погода прекратилась. У любого пчеловода, спросите, все уже цену подняли. Пусть незначительно, но подняли по отношению к прошлому году. Прошлый год был тоже неурожайный, но у всех оставались небольшие запасы с позапрошлого, с урожайного года. И поэтому как-то так прошло без повышения цены. Но в этом году у всех уже подытожилось, и этот год плохой. И все же покупателям есть из чего выбрать. Десятки разновидностей ароматного золотистого лакомства отличаются не только по вкусу, но и по запаху. Фестиваль «Медовый спас» продлится все выходные. Сластенам стоит поспешить. В этом году спрос превысит предложение. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.